При упоминании Европы на ум приходят строки из стихотворения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе». Санкт-Петербург стал для наших предков окном в Европу, а Европа стала для народа окном в мир. Но что же такое Европа для нас? Все мы жители Земли, люди со своими мыслями и желаниями, которые очень важны. Еще важнее ценить и защищать эти мысли и желания. Именно об этом говорит демократия, зародившаяся в Европе. Она берет свое начало в Древней Греции и в Древнем Риме. Многие люди в то время не имели политических прав, например, женщины и рабы. Теперь же многие страны мира руководствуются именно демократией, позволяющей услышать всех и каждого. Именно демократия дала надежду людям. Будучи услышанными и понятыми, они начали творить. Искусство. Европа дала нам множество прекрасных писателей, художников и музыкантов. Проходят века, а люди все еще помнят таких талантливых людей, как Бетховен, Моцарт, Каспар Давид Фридрих, Леонардо да Винчи, Ницше, Данте Алигьери и многих других, имена которых можно перечислять вечно. Не стоит также забывать о всех мифах Древней Греции, которые изучаются и рассказываются по сей день. Все это формировало сознание людей, их разум и культуру. Полученные сквозь века знания и опыт сулили колоссальные изменения в архитектуре, технологиях, в моде. Люди меняли свои города, дома и самих себя. Они начали открывать мир, путешествовать. Именно в наши дни Европа вызывает такой огромный интерес у путешественников. Люди путешествуют по Европе в поиске вдохновения, новой жизни и своего предназначения. Европа обладает великим историческим и культурным наследием, которое оберегается и сохраняется. И сохраняя это достояние в культуре нашего народа, мы не ошибаемся, мы обогащаем свой внутренний, духовный мир и начинаем лучше понимать других людей. Европа – обещание.